Всем здорово! Сегодня ролик простенький, новиночки. Расскажу вам, что мы выпустили, и расскажу вам, зачем мы это сделали. Первое, это у нас тирозин. Тирозин капсулы, и гинка белова. Это я коробки перепутал. Вот тут еще какие ништяки из Дании пришли. Из Дании. Но ништяки из Дании я пока вам показать не могу, к сожалению. Так, поехали. Добавка номер один. Мне она очень нравится, я ее сам ждал, я хотел ее приобрести для себя. Это гинка белова Гутукола. Гутукола вы практически вообще не найдете нигде. Даже если вы сейчас полезете искать ее на iHerb'е, вы поймете, что там этой добавки очень мало. На самом деле Гутукола один из, возможно, наиболее эффективных, доступных ноотропов, но ее мы коснемся номером вторым. Номер один, крупно на упаковке выделена гинка белова. Из себя представляет вещество растительного происхождения. Дерево гинка произрастает много где, собственно. И есть деревья, которым насчитывается в монастырях Японии до 4000 лет. Дерево гинка – это единственное дерево, которое смогло восстановиться и начать произрастать после взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Это дерево, которое пережило динозавров, то есть есть зафиксированные следы цвевших деревьев в период Юрского и других периодов, когда на Землю населяли динозавры, то есть после произошло падение метеорита, все наши эти большие замечательные ящеры погибли, а дерево гинка пережило и этот период истории, но одно из древнейших. Какие же свойства в основном оказывает гинка белова? Самое главное – это усиление питания кровью головного мозга человека. Оно улучшает в целом все вазомоторные функции кровеносной системы и тем самым улучшает снабжение кровью не только мозга, но и всех органов. Гинка белова снижает закисление мышц, тем самым помогает и ускоряет выведение продуктов распада из вашей мышечной ткани. Оно нормализует метаболические процессы, по-русски нормализует обмен веществ, да, то есть выравнивает и нормализует процессы анаболизма и катаболизма в вашем организме. И поверьте, вы многие забываете, все кричат, катаболизм – это плохо. Нет, ребята, катаболизм – это нормально, потому что катаболизм – это способ получения энергии в вашем организме. Просто когда вы тренируетесь, вы бы хотели получать энергию из жиров и углеводов, да, а не из мышц. Вот как раз-таки вот эти процессы нормируют гинка, потому что получение энергии из мышц – не самый верный, не самый энергоэффективный, не самый здоровый путь получения энергии в организме человека. Снижает образование свободных радикалов. То есть действует гинка белова как антиоксидант. Улучшает характеристики мозга, улучшает вашу память, улучшает скорость прохождения нейронов мозга. То есть вы думаете лучше, думаете быстрее, но нужно понимать, что дураку эта добавка не поможет. А человека действительно умного, который имеет высокие нагрузки на интеллект, человеку в процессе стрессов на работе, связанных с повышенной работой, нагрузкой работы, человеку во время сессии, эта добавка будет крайне эффективна, правда, поможет лучше справляться с высокими психофизическими, эмоциональными, умственными, физическими нагрузками. Улучшает в целом реологию крови человека. Это непосредственно по гинка белове. Второе, погнали. Гутукола. Гутукола – это трава, произрастающая в Азии. Трава сама по себе очень неприметная, похожая на сорняк, но невероятно полезная. И биологические, и фармакологические свойства гутуколы, они действительно поражают современных медиков. Препараты гутуколы и гинка белова, например, включены в перечень препаратов, входящих в медицинскую страховку Германии, к примеру. Все фитонутриентики, если такое слово есть, если я правильно его произнес, включают эти препараты как одни из наиболее эффективных и полезных среди растительных
экстрактов, допустим, растительных экстрактов, имеющих широкий доступ, официальное право на использование и применение на человеке. С древних времен используются как бинго-белоба, так и гутукола, да, для человека. Чем же хороша гутукола? Во-первых, она усиливает работу мозга. То есть здесь идет у нас синергический эффект, улучшение памяти, улучшение когнитивных способностей, улучшение мышления. То есть реально можете провести эксперимент, возьмите головоломки, 6 штук, с разной степенью сложности. Разделите их на 2 кучки по 3 штуки. Попытайтесь первые 3 головоломки собрать и засеките время. И потом примите наш комплекс гинкобелоба и гутукола и попробуйте собрать другие 3 головоломки. С большой долей вероятности дополнительные 3 головоломки после приема ноотропа вы соберете быстрее. Я думаю, это интересный факт. Ускорение процесса регенерации, заживление, восстановление тканей также действует как противовоспалительное средство в организме человека. И при этом всем еще немножечко усиливает диурез, то есть нормализует водно-солевой баланс. Тут, похоже, по действию вы, наверное, заметили в плане противовоспалительного и мочегонного эффекта на известный нам, любимый нами препарат. Это настойка, которую все мы пьем перед соревнованиями, да, зачастую. Это у нас растительный экстракт, брусники. Брусневер, так называемый экстракт брусники, вот мы его пьем, у него похожие действия есть. Проявляет хорошую активность в периферических тканях, в коже. Если у вас есть проблемы с акне, с прыщами, может улучшить состояние вашей кожи. Также прием гутакола дополнительный. Снижает внутричерепное давление. Предотвращает образование тромбов. Кстати, гинкобелоба также имеет похожее свойство. Также влияет на тонус сосудов. Помогает избавляться от легких степеней варикозного заболевания вен, либо являться профилактикой появления, что будет более правильно, чем что-либо лечить, лучше использовать средства как профилактику лечения. Нормализует сон, снимает стрессы, оно успокаивает нервную систему, не будучи седативным препаратом, а такое мягенькое воздействие. Правильное слово. Повышает вашу стрессоустойчивость. Это наверняка будет самым правильным определением воздействием гутукола, так как оно на самом деле дополнительно, в принципе, и стимулирует нервную систему в правильном направлении, делает вас более веселым, бодрым, активным, таким целеустремленным, сфокусированным на том, что вы делаете. Похоже тут на габу, да, получается препарат? Потому что габа также это экстракт. Растительный, по крайней мере, который применяем мы, у нас растительные экстракты идут. Нормализует сон, снимает стресс, снимает общее ощущение усталости, укрепляет гутукола иммунитет, влияет на реологию крови, так же, как и гинкобелоба. Вот такой интересный препарат, он сделает, давайте прочитаем, что мы написали вам прямо на этикетке. Улучшает память, концентрацию, внимание и мыслительную деятельность. Вот основные функции, которые преследуют люди, покупая данный продукт. Но я вам рассказал про многие дополнительные факторы. Гутукола, гинкобелоба находятся в арсенале многих шаманов, лекарей, врачей, как хотите их называйте, которые занимаются традиционной медициной. И скажу вам так, будете, может быть, смеяться, я не верю в гомеопатию, но я искренне верю в традиционную медицину большинства народности, потому что то, что прошло сквозь века, то, что имеет огромнейший эмпирический опыт использования, я доверяю этим препаратам, я восстанавливал функцию щитовидной железы травами, я восстанавливал функцию печени после операции тяжелой перенесенной, а у меня просто было потом загноение тканей и дексаметазон в меня кололи, огромное количество антибиотиков в меня кололи, капали внутривенно и ел орально. Дексаметазон в дозировках для снятия воспалительных процессов. То есть печень реально была в плохом состоянии, и наш Essential Гипокеа, как помните, есть такая добавка для печени Genetics. У меня есть анализы, если вы мне напомните, напишите в комментах, чтобы я скинул анализы, посмотрите динамику с дня операции, через 2 месяца у меня полностью в норму вышли все печеночные ферменты. Ну что ж, друзья,
На сайте geneticlub.ru, geneticshop.ru будет скидка на гинкго белобу и также будет скидочка на тирозин. По промокоду он будет указан внизу, либо в закрепленном комментарии, либо под видео. Думаю, с этим вы разберетесь. Про тирозин расскажу отдельно, уже натикло 13 минут видеозапись, я не вижу смысла продолжать. Я вас всех обнял, благодарю, что вы с нами, всем желаю отличного времени препровождения, не знаю, к чему я это говорю, короче, ставьте лайк, подпишитесь на канал, зайдите в мой инстаграм, Русл Супер, пишите там, всегда отвечаю быстро, оперативно, очень вам рад, спасибо, что вы с нами еще раз, искренне, ребята, не перестану вас благодарить, потому что я иногда сам не верю в то, что происходит, как этого всего добились мы, причем мы не в развитии компании, а мы в развитии компании и вас. Мы сделали, я считаю, что это невозможно с вами совместно, поэтому я вас благодарю. Всем пока!